Почти 30 миллионов рублей готов потратить областной бюджет, чтобы улучшить условия содержания иммигрантов. В специальном центре на улице Шинников 6А собираются делать капитальный ремонт. Напомню, этот центр нужен для того, чтобы задержанным гражданам других стран, которые находятся в России нелегально, было где дождаться отправления на родину. Информация о тендере уже размещена на специальном сайте. Первоначальная стоимость контракта 27 с лишним миллионов рублей. На эти деньги собираются не только капитально отремонтировать само здание, но и обустроить парковку, площадки для остановки, спецтранспорта и прогулок. Прием заявок продлится до 22 ноября. Работы начнутся почти сразу, как только контракт со строителями будет подписан. Благоустроить дом для иммигрантов планируют до конца зимы.